Иксанов принимает водные процедуры. Сейчас дождемся, когда он полностью из воды вылезет. Чисто так. Для плюс 18 канала поржать. И воздушные, да. Вот в Волге чисто приехал. Равиль из Магнитогорска, чтобы искупаться в Волге. Регулярно так, в неделю раз приезжает чисто окунуться. Это вот наш пляж. Пляж Шикон. Шикон Бич. Да.